Муниципальный долг Нижнего Тагила сократился до 1,7 миллиарда рублей. Этого удалось добиться благодаря тому, что в июле муниципалитет погасил ранее взятые кредиты на 200 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, одновременно проведено перекредитование на 400 миллионов рублей, что позволит сэкономить часть средств за счет сокращения платежей по процентам. Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев держит под особым контролем работу по снижению кредитной нагрузки на муниципальный бюджет.